Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре VIP от производителя Герман, называется он SL Vibro. Размер его 73 мм, приманка тонущая, вес 16 грамм. Представлен на сете в 19 расцветках. Расцветки очень яркие, насыщенные. Для ловли судака данный VIP просто идеально подойдет, так как в данной модельке много очень интересных цветов, которые в моих местах предпочитает судак. Ну и я, в принципе, взял в такой, в очень яркой расцветке. Это номер 201. На лицевой стороне сказано, что светится цвета в ультрафиолете. Опять-таки, что не лишним бывает для ловли судака. Лежит воблер на хромированной подложке с многочисленными логотипами производителя Герман. К сожалению, крючки никак не закреплены. Но при этом VIP прорезиненный и особо повреждать себя не должен. Сзади сказано, что это еще одна новинка в копилку компании Герман. Ратлин из износа стойкого силикона. Но по сути ратлины шумят, а VIP'ы тихие приманки. И это должна быть тихая приманка, создающая свою игру в основном благодаря вибрациям. Здесь идет металлическое основание, которое залито довольно плотным пластиком, который на продолжительное время будет держать щучьи, судаковые зубы и не теряет свой внешний вид. На приманке огромное количество серебряных блесток, но, к сожалению, они почему-то все остаются на руках, что, как по мне, не очень хорошо. Везде они будут сыпаться, везде оставаться, все будет блестеть. С рыбалки приедешь, жена спросит, почему ты весь в блестках, а они очень и очень так сильно с него сходят. Особенно с данной стороны, где он лежал, получается, на этом боку, все это время болтыхался по коробке, блестки собирались под VIP'ом, и он, получается, их на себе собрал. Приманка абсолютно бесшумная, как я уже сказал. Отлично подойдет для ловли судака на глубинах примерно до 15 метров. Подбросы, покачивания разнообразные. Игра. Также данная приманка, помимо зимней рыбалки, про которую я сейчас говорил, может быть использована и в рыбалках заброс, летом опять-таки для ловли судака, щуки, окуня. Небольшая моделька, 73 мм, я думаю, что придется по вкусу и зубам разнообразным хищникам, как по видовому составу, так же и по размеру, по внешнему виду. Напоминает высокотелую рыбку, приманка довольно сильно сплющена с боков, сверху видим стабилизационный плавничок, также плавник имеется и снизу, помогает он на течение, после подбросов не заваливаться на бок и сохранять правильное вертикальное положение. Крепежная петелька наверху, диаметр в принципе неплохой, можно использовать с различными размерами застежек, также металлическими поводками. Сзади и снизу также такие же крепежные петельки. Через заводные колечки несут на себе тройник с большим подделом на короткой ножке. Очень неплохая заточка. Присутствуют бородки. Тройнички здесь просто отличные. Я думаю, будет отлично пробивать мощную судаковую челюсть. Ну и для ловли щуки также сгодятся. Тело в основном гладкое. Есть небольшая имитация жаберной крышки. И вклеенные фирменные глаза от производителя Герман. Голубого цвета, светоотражающие. И внутри видим буковку G. Приманка абсолютно недорогая, хороший выбор по расцветкам, ставит отличные крючки, поэтому смело могу рекомендовать. Для ловли судака найдете там действительно классные, интересные расцветки. Я долго думал, какую же взять. Есть ярко-оранжевые, фиолетовые, поэтому данная моделька многим придется по душе. Тем более тихая приманка в большинстве случаев прекрасно работает по судачку. VIP SL Vibro. На этом мой видеообзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.